Ремонт насосного оборудования, замена датчиков пламени газовых мультиблоков. И это только малая часть работ, которые были проведены в котельной в деревне Ягунино. Филиал Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Москве и Московской области выполняет задачи по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов военной инфраструктуры. В том числе осуществляет поставку коммунальных ресурсов на социально значимые объекты. Данная котельная у нас 2015 года постройки и, соответственно, ввода в эксплуатацию осуществляет теплоснабжение и подачу горячего водоснабжения на объекты Министерства обороны и на жилой фонд непосредственно самого городка. В ходе подготовки к отопительному сезону на котельной были проведены ряд работ по техническому обслуживанию и ремонту. Здесь установили новое программное обеспечение, которое осуществляет работу автоматики, безопасности и регулирования котлового оборудования. Котельная модульно-блочного типа, то есть она заранее поставлена заводом-изготовителем как отдельные блоки с заранее предустановленным в нем технологическим оборудованием. В процессе монтажа данный объект, он собирается из этих, как я уже сказал, модуль блоков, соединяется технологическими трубопроводами, осуществляется полностью сборка на уровне всех электротехнических устройств. После этого котельные уже как единый комплекс запускаются в работу. Филиал ведет постоянную деятельность по модернизации и совершенствованию своих коммунальных объектов. Устаревшее оборудование меняется на современный и энергоемкий аналог более высокой производительности. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».